Добро пожаловать на фестиваль Манны с пастором, евангелистом и учителем Перри Стоуном. Наслаждайтесь уникальным взглядом на пророческие и практические истины. Пора приступить к трапезе свежей манны, поэтому приготовьтесь получить благословение и вдохновение. А вот и ведущий программы, учитель Перри Стоун. Я хочу рассказать вам об одной интересной находке, о которой вы, возможно, и не слышали. Я покажу вам, как вы можете делать то, чего не могут делать ангелы. Конечно, они могут делать это, но у нас нет записи о том, чтобы они это делали. За исключением одного случая во время сотворения. Вы должны внимательно следить за ходом моих мыслей, потому что это настоящее откровение от Господа. Во-первых, в Ветхом Завете было лишь несколько конкретных упоминаний о сатане. В Исаии его называют Люцифером. Через минуту я расскажу вам об этом слове. Мы будем рассматривать 14 главу Исаии, а также 28 главу Иезекииля. И последняя глава крайне важна, потому что там его называют помазанным херувимом, который покрывает. Там говорится о том, что он был в Эдемском саду, что он ходил между огненных камней. Мало кто понимает, о чем говорится там. Скажите, а кто из вас читал книгу «Хроники Священной горы»? Эта книга является доказательством того, что сатана помогал создать новый Иерусалим, потому что все драгоценные камни были из огня. А кто-то из моих зрителей читал эту книгу? Если да, пожалуйста, поднимите руки. Замечательно, есть такие. Я могу доказать вам на основании Библии, что он пал, когда закончили делать 9-й этаж. Он не был на создании последних трех. Но ведь этого нет в Библии. Нет? Вы должны раскопать это. Вы должны сравнить камни из нагрудной пластины священника, которых было 12, и Иезекииля, 28 глава, где говорится о том, что у помазанного херувима их было 9, трех не хватает. И это три верхних этажа Нового Иерусалима. Сказано, что он восхищался своей красотой. А также сказано, что все драгоценные камни были его украшением. Каждый раз, когда он заканчивал этаж, Бог украшал его одним драгоценным камнем. И когда он попадал в славу Божию, то светился. Библия говорит, что он превознесся из-за своей красоты. Да? Вы смотрите на меня так, словно не верите. Возьмите книгу, и я докажу вам, но я хочу поговорить не об этом. В 28 главе говорится о помазанном херувиме. Сатана был единственным херувимом, как говорит Библия, с которым было помазание. И это было до его падения. В 1 и 2 главе В Иова говорится о том, что сатана пришел к престолу Божьему и попросил его напасть на Иова. После второй главы сатана не появляется, но Бог дает нам его прообраз в 41 и 42 главе, где говорится о бегемоте и Левиафане. Левиафан — это змей. В 12 главе Откровения сатану называют драконом с семью головами. Там на греческом стоит слово, означающее змею. 5000 лет назад кто-то нарисовал на скале в Ираке семиголовую змею. В греческой мифологии была змея со множеством голов. Но мы говорим не о мифологии, а о Слове Божьем. В Захарии 3 главе говорится о том, что сатана мешал первосвященнику Иисусу. Однако в Ветхом Завете есть еще одна фраза, которая говорит об ангелах. Я прочитаю вам ее из книги Иова. Бог говорит Иову: «Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь». Кто положил меру ей, если знаешь, или кто протягивал по ней верфь? При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости. Это было до сотворения Адама. Бог говорит, что утренние звезды ликовали, а сыны Божии восклицали. Утренние звезды. Давайте посмотрим на оригинал. Люцифера называют в Исаии сыном зари. Бакар — сын зари. Но Библия говорит нам об утренних звездах, которые пели, а сыновья Божии восклицали при творении. Сыны Божии были до сотворения Адама. Бог создал за шесть дней все, и человека в том числе. Мы говорим о событиях до Адама.
Сыны Божии, или Бне Элохим, четыре раза упоминаются в Ветхом Завете. В Бытии 6 главе говорится о том, что сыны Божии приходили к дочерям человеческим и рожали великанов. В 1 и 2 главах говорится о том, что был день, когда сыны Божии пришли к Богу, и сатана пришел с ним. Сыны Божии — это ангелы во время сотворения. Они были созданы Богом, и поэтому они сыны Божии. На самом деле, Адама называют сыном Божиим в Евангелии от Луки, а Израиля в Исходе. Все потому, что они вышли от него. Иисус пришел от Отца, и Он сын Божий. Когда мы рождаемся свыше, то становимся сыновьями Божьими. Почему? Потому что мы рождаемся от Него. А вот почему эту фразу использовали в отношении ангелов. Бог создал их еще до сотворения Адама. Я знаю, что мы затрагиваем множество аспектов, и многие из вас слышат это впервые. Как говорит Исаия в 14 главе 12 стихе, Люцифера называли сыном Зари. Сыном Зари. Или утра. А Библия также говорит об утренних звездах. На иврите там стоит одно слово, означающее «утро». Я хочу сказать вам нечто важное. В книге Иезекииля, 28 главе, когда говорится о помазанном херувиме, которое осеняет или покрывает, то на иврите имеется в виду защитное покрытие Божьего присутствия. Это означает, что он был хранителем присутствия Божьего. Но в книге Иезекииля также говорится о том, что у него были трубы, и тимпаны. Фил Дрискол — это мой хороший друг и мастер игры на трубе. Фил провел исследование всех этих слов — тимпанов, бубнов и труб. Все это виды инструментов. И на основании этого места, как мы с Филом считаем, можно предположить, что Люцифер был лидером поклонения на небесах. Он был ангелом, который был на горе Божией и который вел ангелов в поклонение. У меня было видение о Люцифере. Он был самым красивым существом, какое я только видел в жизни. Он был силен и красив. Он посмотрел на меня и сказал, «Я ненавижу тебя». «Я тоже ненавижу тебя». Это правда. И на этом наш разговор закончился. А когда я проснулся, то подумал, что это было странно. Но у меня также было видение о том, как он открывал уста, и появлялись инструменты. Я не смог повторить это. Ты слышишь слова, но в этих словах была музыка. Никто не играл на инструменте. У него была способность создавать песни хвалы. Я хочу показать вам кое-что, так что, пожалуйста, помогите мне вашим вниманием. Хорошо? Если вернуться к началу времен, то ангелы были утренними звездами, которые пели при сотворении земли, а сыны Божии кричали от радости. В Евангелии от Луки, 12 главе, Иисус говорит, что видел, как сатана пал с небес, подобно молнии. В Откровении 12 главе ангелы сатаны и ангелы архангела Михаила сталкиваются в битве. Сатана и его ангелы будут сброшены с небес на землю. Так говорит Библия. Я хочу показать вам нечто интересное. Когда мы смотрим на Ветхий Завет, первую и вторую главы книги Иова, 28 главу Иезекииля, 14 главу книги Исаии, 3 главу книги Захарии, то мы видим 5 прямых упоминаний сатаны. Это 4000 лет. А потом мы переходим к Новому Завету, и внезапно видим 30 упоминаний бесов и сатаны. Я хочу спросить вас, почему в Новом Завете мы видим разные уровни сатанинской активности? Мы видим начальство, власти, правителей тьмы века этого и злых духов. Мы видим в книге Даниила, 10 главе, что князь персидский мешает молитвам Даниила. То есть эти силы упоминаются. Но мы видим откровение об этом
в послании к Ефесянам, 6 глава, 12 стих. Я хочу рассказать вам, почему. Под Ветхим Заветом не было достаточно света для того, чтобы раскрыть его. Но приходит Иисус. Он — свет миру. Так вот, когда пришел Иисус, в нем было так много света, что никакой бес не мог спрятаться. Он приходил в синагогу, чтобы проповедовать, а они кричали: «Мы знаем, кто ты, Сын Божий». Он пошел и встретился с гадаринским бесноватым, в котором было 2000 бесов. Когда этот человек побежал к Иисусу, то хотел навредить ему. А потом он понял, что ошибся. Сказано, что этот человек упал и поклонился ему, потому что на Иисусе была слава. Я ощущаю помазание на этом месте. Аллилуйя. Я сейчас побегу. Вы когда-нибудь видели, как бегает 59-летний мужчина? Послушайте, это интересно. На нем было такое присутствие, что когда рядом был злой дух, свет освещал его. Мне нравится, как говорит Иоанн: «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Она не могла сдержать его. И вот где история становится интересной. Когда Люцифер пал, когда лидер поклонения пал и забрал с собою треть ангелов была связана с Люцифером, треть с Гавриилом и треть с Михаилом. Я говорю о трети, потому что сказано, что хвост дракона забрал с собою на землю треть звезд небесных. Сатана забрал с собою треть ангелов. И сейчас я покажу вам, что это была за треть. Он взял поклонников. Вот почему сегодня на земле музыка обладает такой силой. Рок-музыка так сильна. Секс, наркотики и рок-н-ролл, они связаны. Ведь когда Люцифер пал, то извратил музыку на земле и взял певцов с собою. Вы скажете: «Ну, постойте, в этом нет вообще никакого смысла. У Михаила есть своя группа». Это ангелы-воители. У Гавриила тоже есть треть, это ангелы-служители. А у сатаны была та треть, которая поклонялась, то есть певцы и поклонники. Когда сатана пал, небеса утратили свою песню. Но ведь они пели при рождении Иисуса. Нет, я вам процитирую. Они славили и взывали: «Слава вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение». Также сказано, что ангелы взывают: «Свят, свят, свят, Господь Бог Всемогущий». Ангелы находятся возле престола Божьего. Я слышал голос ангелов, которые говорили: «Достоин Агнец Закланный». Говорили: «Достоин Агнец Закланный». Вот еще одно место. Я слышал, как ангелы возле престола Божьего говорили: «Аминь, благословение и слава, и премудрость Господа». Вы готовы к тому, что я расскажу вам? Поклонение существует на небесах и на земле, но поклонение — это ваши слова. Аллилуйя! Благословенно имя Господне! Слава Богу Всевышнему! Но когда Люцифер забрал треть хора, и хор пал, небеса утратили свою песню. Но смотрите, Бог любил Давида, потому что он был по сердцу Божьему. Когда они перешли Красное море, Мириам начала петь. Мы также видим песню Моисея. Она звучала прямо перед его смертью. Но мы почти не видим пения в Ветхом Завете. За исключением человека по имени Давид. Он играл на арфе и своей музыкой изгонял беса из царя Саула. Вы понимаете, что я имею в виду? Если бы у меня была арфа, я бы сейчас сыграл на ней. Он выгонял беса из Саула, когда он играл. А потом он установил скинию хвалы и поклонения. Посмотрите, как это прекрасно. Вы знаете, что когда Давид
совершил прелюбодеяние, то его и Версавию должны были побить камнями по закону. А знаете ли вы, что когда он отправил Урию на смерть, то народ мог устроить суд и побить его камнями за это? Бог не оправдывает то, что сделал Давид. Поймите меня правильно. Вы должны понять, что привлекло внимание Бога. Когда Давид покаялся, то, как мы видим в псалмах, он не просто говорил: «Боже, мои кости болят, прости меня». Он пел о своем покаянии в песнях. В этом есть нечто. Когда вы поете, то привлекаете внимание Бога. Когда Павел и Сила оказались в римской тюрьме после избиения, то один посмотрел на другого и сказал: «Хочешь спеть?» «Не очень-то, ну давай». И когда они начали петь, то Бог Небес начал стучать ногой в ритм. Вы скажете: «Такого нет в Библии». Я знаю, но это мое послание. Я проповедую его так, как хочу. Я думаю, что нога Божия топнула по этой темнице, и все двери в ней открылись. Их музыка освободила всех пленников. Сейчас я скажу вам нечто важное. А вы готовы? Итак, первое. Бог любил Давида так сильно потому, что Давид восстановил то, что утратили небеса. Он установил хор, установил поклонение, установил музыку и хвалу. Это то, чего не было у Бога. Этого не хватало. Когда вы попадете на небеса, то 144 тысячи людей поют новую песню. 24 старейшины, которые также были людьми на земле, поют песню. У меня есть откровение для вас. Когда Бог желает услышать песню, Он обращает свой взгляд на землю. Откуда я это знаю? Потому что 144 тысячи пока что не там. Двадцать четыре старейшины еще не воскресли. Их тоже там нет. Когда Иоанн видел их, воскресение уже случилось. 12 из этих старейшин являются апостолами Агнца, и они должны воскреснуть. Это произойдет во время Вознесения. Пятая глава говорит об этом. Кто-то здесь понял это, да? А здесь... Я хочу убедиться в том, что вы меня понимаете. Задумайтесь вот о чем. Когда Бог желает услышать песню, то не смотрит на ангелов, которые говорят: «Свят, свят, свят». Он смотрит на землю, где люди поют: «Свят, свят, свят». Я что-то ощутил. Ваша песня важна. Это могут сделать лишь те из вас, что стоят. Я не буду заставлять сидящих встать. Иисус сказал в Евангелии от Иоанна 7 главе, что из чрева вашего потекут реки воды живой. Правильно, здесь говорится о вашей сущности. Но, как говорят притчи, светильник Господень, дух человека, испытывающий все глубины сердца. Вот хорошая пара, которая стоит. Ваша диафрагма находится в грудной клетке. Я хочу, чтобы вы взяли пальцы и нашли мягкое место под ней. Только если у вас не такие стальные мышцы, как у меня. У меня нет там мышц, так что мне легко найти это место. Я хочу, чтобы вы немного надавили и сказали при этом: «Аллилуйя! Слава Господу! Я люблю тебя, Иисус!» Вы не ощущаете никакого толчка. А теперь я хочу, чтобы вы повторили за мной и увидели, что происходит с вашей диафрагмой. Готовы? Аллилуйя! Вы ощутили что-то? Там был толчок. Знаете, что вы делали? Некоторые из вас решат, что это глупость, но когда вы пели песню, то открывали колодец своего духа.
Вот что я пытаюсь сказать. Любой человек может подделать хвалу, и она будет не настоящей. Аллилуйя, слава Господу, спасибо, Иисус. Вы ходите и думаете про бутерброд с мясом в холодильнике? Слава Богу, аллилуйя, аллилуйя. Вот бы служение закончилось побыстрее, чтобы я мог пойти домой посмотреть футбол. Понимаете, но нечто меняется, когда вы начинаете петь. Послушайте внимательно. Вы можете говорить слова хвалы, но не иметь их в виду. Фарисеи поступали так постоянно. Но вы не можете петь от Духа, если не желаете этого. Когда евреи были в вавилонском плену, в Вавилоне не говорили: «Спойте нам одну из песен Господа». «Вы, евреи, хорошо поете». Они сказали: «Мы повесили свои арфы на ивах, потому что не могли петь песнь Господа в чужой земле». Но Павел и Сила были в ужасном месте, когда они пели, небеса услышали их песнь. А вот что я хочу вам сказать. Вы не можете носить песню в чемодане. Возможно, вы величайший солист и победитель голоса Америки, когда поете утром в душе. Возможно, вы считаете себя легендой, когда едете на машине и поете. При этом все, даже ваши дети, знают, что вам медведь наступил на ухо. И собака воет, когда вы поете. Но я хочу сказать вам нечто. В песне есть сила. Библия говорит в послании к Ефесянам: «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство». Доктор Эрик говорит, что в греческом «там» стоит всякий разврат. А дальше там сказано: «Но исполняйтесь Духом». И в греческом «там» стоит длительное время. Будьте постоянно под контролем Духа. И вот что говорится дальше. «Назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными». Когда вы начинаете петь от сердца, то открываете колодец своего Духа, и из вашего чрева начинают течь реки живой воды. Сатана ненавидит музыку и песни. Вот почему в церквях возникает много проблем из-за музыки. Дженсен Франклин много лет назад сказал: «Когда сатана упал с небес, то оказался в моем хоре». Он сказал, что напишет об этом книгу, но не написал, так что я сам посвятил главу своей книги этой теме. Поймите, в вашей песне есть огромная сила. Не позвольте врагу забрать вашу песню. Послание к евреям сказано, что если он не заберет вашу радость, то не сможет удержаться за вас. Давайте прославим Господа. Аминь. Спасибо, что были с нами. Мы в восторге от того, что хотим предложить вам. Мы хотим, чтобы вы получили это, и просим Бога благословить вас через это служение. Мы вернемся к вам через минуту. Слава Господу! Аминь! Часто христиане переживают много эмоций, моральных терзаний и живут в депрессии. Другим никак не принять свое исцеление. Некоторые не понимают, почему нет ответов на их молитвы. Если вам нужен абсолютный духовный прорыв, у меня есть инструмент. Я покажу вам, какие блокады и препятствия вы строите себе сами. К примеру, христиане постоянно обсуждают прошлые грехи тех, кто был прощен, и перешептываются об этом с другими верующими, что уже само по себе грех. В 18 главе Евангелия от Матфея Христос говорил, что такие поступки приводят в действие духов мучителей. Моя последняя книга — это самое понятное руководство, объясняющее, почему 7 из 10 христиан живут ограниченной жизнью и как им обрести свободу. Я научу, в чем опасность сделать все правильно и что-то одно неправильно. Узнайте, какой опасный урок нужно усвоить у человека по имени Шимии. Узнайте, как христиане становятся печальными рыбаками, улавливая самих себя. Узнайте ошеломляющую историю об ангеле, который упрекнул служителя за обсуждение давно прощенных грехов своей жены. Как непрощение блокирует возможность принять свое исцеление. Узнайте секрет Христа о законе согласия двоих или троих. Я объясню, как христиане зачастую ежедневно становятся лжесвидетелями. Есть связь между прощением и возрастанием веры. Еще одна важная глава — как простить в экстремальных случаях. Я расскажу, какие четыре вещи Бог позволяет вам осуждать. И, возможно, самая важная глава — когда Бог отменяет ваше будущее прощение. Вам нужно это знать. В книге мы прилагаем новый аудиосборник «Ключи к молитве за блудных детей». Эти аудиодиски придадут вам сил провозглашать освобождение ваших
ваших детей и внуков, которые не служат Христу, и объяснят, как разрушить твердыни сатаны в их жизни. Это одно из важнейших учений за все мои годы. Пришло время принять прорыв для всей вашей семьи. Моя новая книга «Рыбалка в море прощения» и аудиосборник «Ключи к молитве за блудных детей» доступны за пожертвование в $35 или более. Вы можете сделать заказ на нашем веб-сайте, позвонить по телефону или написать на почтовый адрес. Это предложение F-134. Если вы выполните инструкции в этой книге и последуете молитвенным принципам прорыва, вы совершите потрясающий духовный прорыв в своей жизни. Так что сделайте свой заказ уже сегодня. Вы обязаны заказать предложение этого месяца «Опасная рыбалка в море забывчивости» и набор из двух дисков. Это одно из важнейших откровений на это время, которое вы должны услышать. Спасибо, что поддерживаете нас. Я хочу вкратце рассказать о своем расписании в марте. Я буду в Бомонте, Техас, в кафедральной церкви 6, 7 и 8 марта. Не пропустите это, если вы из Техаса. После этого я еду в церковь Его присутствия, что в Дафне, Алабама. Буду там 14 и 15 марта. Кроме того, вас ждет два Warrior Fest, на которые почти не осталось мест. Я также хочу сказать о том, что мест на пророческий саммит уже нет. Если вы хотите попасть туда, то следите за сайтом, потому что кто-то может отменить бронирование. Я заметил нечто в последнее время. Я верю, что мы живем в такое время, когда Бог касается сердец людей. Мы живем во времена конца в последние дни. Я заметил, что появился новый интерес в присутствии Духа Святого, в Божьих прикосновениях. Даже на наших служениях по вторникам стало приходить на 100-200 человек больше. Люди приезжают к нам из соседних городов. Вы знаете, что в 20-м должно произойти множество пророческих событий. Этот год связан с двойным благословением, с эмблемой рук. Если вы слушаете наше учение на эту тему, то знаете, что все это связано с тем временем, когда Иаков благословил сыновей Иосифа. Но я хочу сказать вам, нечто происходит. Я верю, что в конце времен Евангелие будет проповедано по всему миру, и наступит конец. Кроме того, со всем этим произойдет излияние Духа, о котором говорится в книге Иоиля 2 главе. В Деяниях 2 главе «На сыновей и дочерей сойдет Дух». Дамы и господа, я верю, что мы вступаем в это время. Я верю, что в этот год все начнется. Отдельные люди в Америке видели стадионы, набитые молодыми людьми, поклоняющимися Богу. Нечто происходит. Я не хочу упустить это, и не хочу, чтобы вы тоже упустили это. Я прошу вас молиться в согласии с нами. По четвергам на нашем сайте мы показываем наш молитвенный центр. Там работают люди, которые работали на американском идоле и ESPN. Они помогают нам со сценой. Наши люди будут стоять возле мониторов и читать ваши нужды. 150, а то и 200 человек будут молиться за вашу нужду. Помните, что наше служение базируется на посте и молитве. Служение моего отца и моего дяди Руфуса базировалось на посте и молитве. Я верю, что ответ на все, что нам нужно, можно найти только во славе Божией. Присоединяйтесь к нам на конференциях и на служении. Не забывайте про Южную Дакоту и Монтану. Регистрируйтесь, пожалуйста, заранее. Нам не терпится приехать на Запад и увидеть, что Бог приготовил для вас. Пусть Бог благословит вас, и до скорой встречи!